13 сентября 1937 года ЦИК СССР утвердил постановление о разделении Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край. В состав нашего региона вошли Адыгейская область, 14 городов и 77 сельских районов, в том числе 6 районов Адыгейской автономной области. Современная Кубань – это важнейший сельскохозяйственный район России с развитой промышленностью. Ведущие отрасли – машиностроение и металлообработка, пищевая. Развиты также топливная, химическая и нефтехимическая, микробиологическая, легкая промышленность, деревопереработка и производство стройматериалов. Краснодарский край по праву признан одним из крупнейших культурных центров России. За год в регионе проводится около 400 праздников, фестивалей, форумов. Гордостью Кубани стали выступления кубанского казачьего хора, артистов Краснодарской филармонии и творческого объединения «Премьера» театра балета Юрия Григоровича. Триумфом в России стало избрание Сочи столицы зимних Олимпийских игр 2014 года. В 2018 году Краснодар и Сочи будут участвовать в чемпионате мира по футболу. Принятые в крае законы и краевые комплексные программы, касающиеся разных сторон духовного оздоровления населения, обеспечивают не только сохранение накопленного культурного потенциала региона, но и его значительное приумножение.